На неделях моды, посвященных холодному сезону 2018-2019, порой казалось, что дизайнеры что-то напутали с мужской верхней одеждой. Сдержанные неброские пальто заметно потеснили яркие неординарные расцветки. Мужская мода не стоит на месте, и как женщины из мужского гардероба потихонечку там выманивают где-то пиджачок мужского кроя, где-то брюки со складками зауженные, то есть где-то туфли типа Оксфорды или Броги, да, так и мужчины иногда хотят, чтобы в серой зимней массе выделяться. Красные, желтые, голубые пальто – долой гендерное неравенство в моде. В тренде контрастные и нестандартные цветные сочетания в верхней одежде для стильных парней. Даже классическая мужская клетка стала гораздо веселее и интереснее. Дальше больше. И темные краски повинуются общей тенденции. Теперь они должны быть с изюминкой, с фактурным орнаментом, выразительной подкладкой, неожиданными фрагментами из другой оперы или с иронией. Вот как этот экземпляр, словно изрисован мелом. В каталогах тканей стало больше таких тканей в принципе. Мужское пальто все чаще выступает холстом для художественных экспериментов. В почете лоскутный пэчворк, колор-блоки и гвоздь программы – микс принтов. Здесь больше всех отличился дом Versace. Чтобы носить такое взрывное творение, безусловно, нужно быть очень смелым парнем. Крупная масса вот этого разноцветного рисунка, в зависимости, конечно же, от самого как бы стиля человека, может очень хорошо сыграть на руку и сделать его модным. Все модные тренды, само собой, каждый должен адаптировать под свой личный стиль. И все-таки быть ярче этой зимой – совсем неплохая идея для стильных мужчин.